Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Начинаем, как обычно, с ивента, и сегодня получим пиньяту. Если, конечно, пройдем. Но я думаю, что никаких проблем у нас не будет, хотя вот такие уровни мне не нравятся. Нам нужно с тобой защитить вот этих всех бонгчой, да? Окей, давай, поехали, попробуем. Надеюсь, у нас получится. Так, капельку оставим пока. А бонгчой будем с тобой выставлять. Ой-ой-ой-ой-ой, начинается беготня, суета. Давай, наверное, сюда чуть-чуть поближе поставим, да, чтобы атаковать. Следующий будет здесь у нас стоять и вот тут. Ну, с этими, с простыми зомбами, конечно, все легко и просто у нас будет. А вот эти, скорее всего, идут уже защищенные, с пластинами, поэтому их желательно лучше бомбить вот здесь, чтобы, как говорится, мы могли и дотянуться до них, и в то же время они были заморожены. Так, отлично. Все, как ты понимаешь, у нас пока идет хорошо, идеально. Ага, ага, побежала волна. Давай сюда поставим капельку. Оу. Фасолинка, вот это хорошо, видишь? С плитой гаденыш идет. Да-да-да, вот эти вот самые противные зомби, друзья мои, самые противные. Так, нам дали с тобой удобрение, что есть хорошо. Так, слушай, вот здесь, наверное, нам придется, наверное, воспользоваться, да, или как? Или еще одну фасолину посадим, и все будет хорошо. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, ребята, смотрите. Чуть было не продинамили с вами вспышку. Но, нормуль. Так, вот здесь заморозим. Замечательно. Так, дальше что у нас? Наверное, вот сюда поставим фасолину, да, и вот сюда поставим с тобой капельку. А поставим капельку, чтобы их заморозить. Если что, будем применять ульту. Ну, удобрение, я имею в виду. Так, смотри, пока все очень даже хорошо у нас получается. Ага, вот здесь вот немножко плохо было сработано. Бонгчо и одного все-таки подбили. Ладно, приступаем. Сюда тоже поставим вот эту вот фасолину. Давай, пускай он там ест. А сразу же, наверное, сюда еще и заморозку. Куда-нибудь ее влепить-то, где враги? Вот здесь вот. Так, хорошо. По-моему, пора, наверное, применить, да, одну суператаку. Замечательно, разбомбили. Так, садим сюда фасолинку, а сюда, наверное, нам придется заморозку влепить. Так, слишком много как-то тут зомбарин у нас идет. Слишком уж много. Так, надеюсь, мы все-таки здесь с тобой устоим. Продержимся. И последняя волна у нас идет. Такие звуки. Ё-моё. Кто-то не добежал до горшка, по ходу дела. Так, сюда поставим. И, наверное, вот сюда, вот внизу. Тоже фасолина должна быть. Так, и сюда. Ну, в принципе, я тебе могу сказать, что довольно все неплохо у нас тут идет. Даже хорошо. Никто к нам подойти сюда не может, и мы, соответственно, тихо. Вот наверху, конечно, не очень хорошо получается, хотя... Нет, все будет отлично. Опять все-таки здесь съели одного бонгчоя мне. Давай вот сюда поставим его. В общем, ребята, мы здесь прошли с вами этот ивент. Как пить дать. И получаем с вами пиньяту, плюс еще 3 пиньяты за сам ивент. Ну, упали. Шикарно. Так, давай-ка глянем, что нам здесь достанется. Перекати поле. Опять перекати поле. И 1500 голды. Ну что ж, неплохо, ты не забывай, что еще у нас приз главный, да? Вот он. Вот она, пиньета. Ну что, посмотрим, что нам из нее выпадет. 4000 голды. Считаю, неплохо, ребят. Мы можем с тобой еще разок сыграть, да? Если хотим еще получить дополнительный реворд. Но я не буду. Я не хочу, ребят. Время на это тратить, хотя, может быть, и стоило бы. Деньги, как говорится, лишними никогда не будут. А у нас с тобой 6790 монет. Так, и мы получили с тобой в прошлой серии вот этот вот новый лунный цветок. Надо его сегодня посмотреть, протестить, что он из себя представляет. Так что, друзья мои, вперед и с песней. Давай, 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 давай. Так, опять Дэйв, опять Пенни. Так, ох, елки-палки, Гаргантюа здесь у нас. Ну что же, давай-ка глянем, где, во-первых, этот цветочек у нас. Ну, я возьму мину.
Я возьму мину. Подожди-ка, а он вообще у нас есть? Что-то я, если честно, его не замечаю, друзья. Вот хоть убей, я его не вижу. Возьму гипногрипп, возьму бомбу. Ты вот видишь его? Я не вижу. Может быть, я, конечно, не очень внимательно смотрю. Ну вот он, по идее, да? А он у меня закрыт еще до сих пор. Почему-то. Ну ладно. Хотя вот он, елки-палки, ребята, вот он. Он уже у меня дан автоматически, оказывается. Эх ты, цветочек маленький. И, наверное, возьмем с тобой сталью. А нужна ли нам сталь? Я не знаю, какие тут враги пойдут. Смотри-ка, тут у нас зомби с факелом. Наверное, возьмем с тобой еще перец. Ну что, поехали? Как говорится, была не была, попробуем здесь выжить. Так, начнем с подсолнухов. Хотелось бы, конечно, посмотреть, что это за цветочек, что он вообще делает. Для пробы, что ли, его воткнуть? Ладно, успеем еще. Какая у него атака? Ближняя, дальняя? Вообще, чем он занимается? Вот что меня интересует. Вот сейчас мы, кстати, можем с тобой протестить. Вот сюда я его поставлю. И что это означает? Что вот это значит? Что это за аура такая вокруг? Замедление? Да нет, я бы не сказал. Слушай, мне непонятно, ребята. Что делает? Надо еще разок проверить. Так, секундочку. Что-то я не врубился. Поставим, например, гипногрипп. Ну ведь что-то же должна эта аура делать. Может, как-то усиляет наше растение или что? Или ничего, так, просто для красоты? Что оно дает мне? Оно мне дало маленькое солнышко, молодец. Ничего не скажешь. Ребят, пишите в комментариях, что делает этот лунный цветок. Я что-то не могу догнать. Особо каких-то там привилегий я не вижу. Так что... Я даже не знаю. Но ведь если он дан, значит для чего-то нужен. Вопрос для чего? Для каких целей? Так, разлом, друзья мои, разлом начался. Ёлки ты палки, ну-ка. Гори. Бубух. Взрывы. Так, разлом, он у нас будет, естественно, ребята, появляться в разных сторонах. Так, сюда, наверное, бомбанем. Так, здесь у нас наверху зомби. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, напряженная обстановочка. Очень напряженная. Нет, 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 нет. Только тебя тут, блин, не хватало. Давай вот так вот сделаем. Отлично. Нормуль. Пока меня все устраивает. Вот эти меня только вот смущают. Зачем я их тут сюда влепил, ума не приложу. Ну, что вот от них толку, а? Ну, что вот они делают? Я не понимаю, ребят. Давай посмотрим ульту. Так, какую-то он защиту делает, судя по всему. Какую-то делает он защиту. Хорошо. Музыка мне нравится здесь. Музыка вообще прикольная, отпадная. Так, а вот эта вот гаргантюа мне совсем не нравится, которая на нас идет. Бамс. Давай-давай-давай-давай, подбиваем его. Не получилось у нас ни шиша с тобой подбить. Ну, Котю под... Не подбили. На тебе. Ёлки-палки, плохо дело. Плохо дело, потому что здесь ребята эти пришли. Со своими осьминогами. Нам надо с тобой, знаешь, что сделать? Вот так вот. Хопа. А это взорвется. Ну и получается, мы с тобой прошли этот уровень. Да. Второй всего лишь этап, а уже чувствуется такой напряжончик у нас. Что же ты делаешь, а? Непонятно, ребята. Неохота мне... Переводить там, лазить. Я больше уверен, что вы мне подскажете. Так, что мы с тобой заработали, пиньяту или чем? В чем проблема? Да нет, а что же мне сюда показываете? Давай-ка выйдем с тобой на карту и зайдем в наш огород. Я думаю, что там уже все созрело и можно будет что-то взять нам с тобой на войну. Третий уровень, сколько здесь вообще этапов? Так, давай-ка посмотрим. Сколько здесь у нас этапов? 31 уровень. И вот здесь вот будет самый-самый лютый зомбос, судя по всему.
Люто смотрится чувачок, да? Ну-ка, огородик, порадуй-ка меня чем-нибудь хорошим. Сколько монеток. Вот, спасибо, вот это хорошо. Так, посадим с тобой новые растения. Польем, конечно же, их. Боулинг будет под удобрением. Вот это, кстати, хорошо. Так, Жужу, полей-ка мне, пожалуйста, кукурузку. Ну, Жужу, давай, не стесняйся. Я думаю, что мы с тобой возьмем, наверное, вот эту вот мину. Вот этот фасоль солнечный. Не знаю, зачем он мне. Три стрел. Кстати, неплохо, что пушка кокосовая есть. Она может сразу ультой бомбить. Ну, вот так вот пока мы с тобой сделаем. Этого будет более чем достаточно. И переходим на следующий уровень. На третий день. Что нас ожидает на третьем денечке? Будьте добры, покажите, пожалуйста, весь список зомбарей. Вот здесь вот сбоку. Ну, я требую, требую. Так, Дэйв, Пенни опять вот тут пришли. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, зомбосик, да? Робот. Ага. То есть мне здесь не дают особого выбора. То есть я должен руководствоваться тем, что мне дают. Это электростебельки, да? Снапдрагон. Ну ладно, будем пробовать здесь выжить. Просто против гаргантюа, вот этих гигантских, это будет очень сложно, мне кажется, сделать. Так, а он что? У нас, по-моему, уменьшает растения, да? Ой, зомби уменьшает. Да, уменьшает, и они становятся маленькими. Такие малюсенькие, прималюсенькие. Так, этого надо Ханурика уничтожить. Опс, такой маленький сразу, беззащитный. Со своей газеткой идет. Почему так странно, газетка у него... Ой, а вот этот что тут? Не надо только вот этих вот, пожалуйста, толкать. Ну как же не надо, они будут ребята толкать. Ну-ка, мы сможем его? Угу. Он просто взял и раздавил растение. Вот что он сделал. Весь поросший льдами и снегами этот зомбос идет. Ладно, мы его попробуем, наверное, уничтожить. А кто меня здесь уничтожил? Так, еще и эти гитаристы тут. Дрынкалки идут. Ну ладно. Блин, он его очень быстро двигает. Давай, дракоша, растопи, пожалуйста, здесь льдину эту. Вот-вот-вот-вот. Теперь, наверное, мы получится у нас уменьшить его. Почему только одного-то? А, вот, и этот тоже попал. Так, а вот это вот мне не нужно. Так, морковка. Морковка что у нас делает? Ага, оживляет погибшие растения. Я вспомнил. А этот не уменьшается, что ли? Нет, уменьшается. Вот, пускай там и дрынкает. Такая музыка еще. Прикольно, мне нравится, как это все выглядит. Так, давай вот так сделаем с тобой. Мы его уничтожили. Оу-оу-оу, целая орда идет. Смотри, зомбарей. Так, и вот это вот мне не нравится. Опять толкают ледяных этих замороженных в глыбах. Так, я думаю, нам, наверное, пока не нужно тратить эти цветочки. Или нужно? Что скажешь, нужно или нет? Давай сюда защиту поставим, потому что вот сюда бесполезно, они этими глыбами уничтожат. А если мы вот так вот сделаем с тобой, он сможет толкать, если будет маленьким? Я не вижу, по-моему, он, да, он мало того, что он еще на клетку назад отодвинулся. Так, вот здесь вот, ребят, не нравится мне. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, давай-ка мы с тобой применим ульту. Да вот этого бомбани мне, вот, вот этого зомби, ну... Успели, успели, и слава богу. Так, этот с газеты идет. Оп, газетку мы у него отобрали. Так, этих давай уменьшим. А этот что? Вот, молодец, уменьшили. Так, и очень много опять глыб. Он на нас двигается. Вот эти цветочки, слушай, ребята, вот этот цветок, мне кажется, нужно было бы его покупать за гемы, когда была такая возможность, да? Он очень неплох. Он уменьшает вот этих вот зомби. Смотри. Да они маленькими стали, и все. И мы их учим. Опа, а интересно, на гаргантюа это будет работать? Давай проверим. Точно, и это работает на всех абсолютно. Друзья мои, это великолепно. Это великолепно, и музыка прикольная. Веселая такая. Эх, он даже не может уничтожить мои растения. Прикинь, до чего он слабенький. Ух. И идет такой тик-тик. Интересно, он сможет... уничтожить мой вот этот орех. А если я еще раз сделаю, он меньше станет? Нет, не будем пока пробовать. Но
Блин, хоть он и маленький, но, по-моему, он крепким. Так, сейчас посмотрим, уничтожит или нет. Уничтожает. Представляешь, он уничтожает. А мы его вообще уничтожили. То есть мелким сделали. Слушай, и все, друзья мои. Вот и прошли этот уровень. Слушай, ну мне нравится этот цветочек. Я, наверное, подумаю о том, чтобы его приобрести за гемы. Он стоит, по-моему, 100 гемов в магазине. Неплохо, неплохо. Мне нравится. Так, ну что, переходим с тобой, наверное, на следующий уровень. И давай посмотрим, кого нам тут дадут. Из врагов, из зомби. Ну давай, давай, давай. Так, опять Гаргантюа. Угу. Слушай, ну здесь мы можем с тобой взять. Так, возьму перчик. Возьму, наверное, сюда боулинг. Возьмем банан. Я даже им не успеваю воспользоваться. Так, что же... А, вот возьмем с тобой вот эту вот фасоль солнечную. И что-то нам надо еще с тобой взять. Что-то надо еще, вот что пока не знаю. Может быть, взять нам чертополох или сталью. Мину возьмем, вот что. Возьмем с тобой мину. Гипногрипп. Тоже, в принципе, неплохо будет. Три стрела прибережем для следующего боя. Можно взять бонгчуя и, конечно же, подсолнухи. Без подсолнухов куда же мы с тобой? Никуда. Поехали, друзья мои. Разлома, кстати, в той... в том бою не было. Вот что я обратил внимание. Так, у нас четвертый с тобой денек. Четвертый денек. Все хорошо, жаркая погода. Солнышки мои, подсолнышки радуются. А ну-ка, давай мы с тобой вот так вот. Пускай он ест. Что он делает? Засветился просто, да? Ну и мы с тобой вот так вот сделаем. А, он сразу уничтожает зомби. Да ладно, серьезно что ли? Ты видел, он сразу уничтожает зомби, как только его съедают. И это прикольно. То есть он его выжигает изнутри. А ну-ка, угощайтесь лавушкой, гуавушкой. Так, давай-ка мы его сюда, наверное, посадим с собой. Так, мне нужно... Блин, только танцорки тут не хватало мне. Ой, как хорошо у нас с этой миной дела идут. Вообще великолепно. Так, давай сюда. Мы можем с тобой вот так вот сделать. Бабах! Нормуль. На, скушай, мне не жалко. А что эти стоят? Ага, эти не стоят, эти двигаются. Погоди, она что? Не стала лопать? Да ладно, ну-ка угощайся, говорю, миной. Совсем другое дело. Совсем другое. Ну, мина под удобрением, да, под вечным, это, конечно, имба. Это круто. А если мы грипп ей поставим, она будет его есть? Или она его просто раздавит? Она его просто раздавила, вот и все, ребята. Никакого от этого толку нету, да, получается? Так, я забываю про подсолнухи. Так, угощайтесь, мне не жалко. Бум-бум, просто козырно. Зарабатываем с вами очки. Какие очки? У нас же с тобой не ивент, ё-моё. Но, тем не менее, все равно приятно. Да, когда вот так вот тотальное уничтожение идет. Так, у нас с тобой... Ой-ой-ой-ой-ой, вот это плохо, друзья мои. Вот это плохо, потому что... Ну ты смотри, что творят. Смотри, что творят. Мы можем сделать вот так. И что дальше? И дальше ничего. Вот так вот с тобой поставим мину сюда. Здесь лаву-гуаву. Так, секунду. Так, погоди, погоди. Погоди-ка, я радоваться-то радуюсь, а... Дела-то совсем плохие. Это последняя волна, да? Мы можем их не трогать, они все уничтожатся за счет чего? Ну, ты понял, за счет чего? Сейчас... Нет, вот, ребята, последняя волна идет. А вот теперь идет, да, последняя волна. Ну, давай, что ты не трогаешь-то? Все, молодцы. Все газонокосилки мне, грубо говоря, испортили. И все, и, ребята, мы получаем с вами какой-то новый цветок. Новый цветок. Напоминает мне чем-то какой-то пропеллер. Надо будет посмотреть, что он делает. Что у нас здесь? Что мне показывают на огород? А, ну я потратил же, да, поэтому могу посадить новые растения. Так, здесь у нас древний орех, а здесь галактический орех. Ну, в принципе, нормуль. Так, у нас с тобой еще три стрелы остается, да, который под ультой. Так, квест комплит, что мы тут заработали с тобой?
Можно мне посмотреть, что мы здесь? Пиньету, по идее, должны, да? Угу. Ну и что нам здесь выпадет? Ну, 100 монет, это понятно. Так, опять ты, лунный цветок. Что ж ты делаешь, а? И вот этот вот цветочек, как тебе? Nightshade. Ух ты, что это сейчас было? Воу, и бонусом я получаю хурикалы. Так, ну это типа, знаешь чего? Типа клевера, который сдувает врагов, я так понимаю. Но он, наверное, будет посильнее. Так, ну что, поехали, друзья мои. Пятый денечек у нас с вами. Пока все идет довольно хорошо, без проблем. Ты, наверное, заметил. Дэйв и Пенни опять тут на взводе. Гаргантюа. Хм. Я уже даже не знаю, стоит ли нам с тобой брать вот новые цветы, которые получаем. Потому что, ну, что он делает? Не знаю, но мы проверим. Так, Мина у нас уже без ульты, поэтому особо тут рассчитывать нам нечего. Придется своими силами как-то выкручиваться. Это, естественно, будет очень сложно. У нас зато есть 3 стрелы ультовый. И кого же еще? Так, подсолнух я взял? Взял. Кого нам еще тогда сюда надыбать? Ну, раньше у нас был очень неплох защитник. Всегда меня вручал, поэтому надо, наверное, и вернуться к нему. Ну что, поехали. У нас с вами 5-й день. Собираем энергию. Так, тут Гаргантюа будет, да? Об этом не стоит забывать. Всего 2 волны намечается у нас. Такие профессора идут. Это голодранец и тот еще там шампиньон двигается. Так, мы можем с тобой так защитника, наверное, поставить. Эть! А, защитник, красавчик. Так, нам нужно с тобой быстренько тут энергию еще подкопить. Давай, толкни еще разок. Да, мы его добили. Этих мы должны с тобой, наверное, поджарить. Поставим опять защитника. Так, тихо, танцоры, блин, танцоров тут только мне и не хватало. Откуда вы взялись-то, а? Ох, да тут они всех собрали в кучу. Тут и танцоры, тут, я смотрю, и дамочки эти идут. Тут эти дамочки идут. Так, подожди, кто? 3 стрел, 3 стрел мне нужен, и желательно быстрее. Эй, энергию дайте, дайте мне энергию. Ну, 3 стрел, выпускаем. Ну, как-то вот так вот, друзья мои. Так, а вот сюда бы, знаешь, еще бы... Во, отлично. Так, давай еще, наверное, мину сюда поставим. Так, этот псих идет. Надо их здесь поджарить. Что же это за цветочек? Давай глянем, что он делает вообще. Что-то ничего он пока не делает. Ой-ой-ой-ой-ой, этот разогнался, друзья мои. Видишь, он псих, вот этот... Истерик. Ну-ка, давай его оттолкнем. Нечего ему здесь сделать. И вот так посмотрим, что это за... А что он так быстро его слопал? Я даже не увидел, не посмотрел, что он делает. Грустно как-то. Так, давай-ка мы с тобой еще, наверное, сюда поставим мину. Эту мину я сделаю вот так вот. Сюда поставим защитника. Так, танцульки, да, все дела. На-те-ка вам. Кипяточку на голову. Гаргантюа идет. Друзья мои, идет Гаргантюа. Поэтому нам нужен свой. Что он сделал? Я не увидел, ребята. Но он что-то сделал. У него остался 1 стебелек. А под ультой? Ничего не понял я. Выпускает свои эти, да, короче, лепестки. Типа пропеллера. Мне кажется, он какой-то не особо хороший. Вот этот цветок. Ну, а мы с тобой, кстати, здесь выиграли за счет, благодаря, конечно, нашему 3 стрелу, который был под удобрением и неплохо так бомбанул. Может быть, нам все-таки зайти на огород и еще кого-нибудь с собой прихватить для следующей битвы. Например, вот этого парня можно взять. В принципе, неплохо. И, например, вот эту фасолину, которая будет отталкивать. И для следующего боя можно взять, например, кокосовую пушку. Кокосовая пушка бомбит снарядом, который пробивает всех врагов, которые идут по прямой, да, по одной линии. Так, 6-й денёк, мы его пройдем и получим с тобой пиньяточку. Давай. Значит, что я там взял? Фасолину, да. Так. Накопить.
Я правильно понял? Надо накопить. А вот это вот зачем здесь сделали? Так, берем фасоль. Берем с тобой лаву-гуаву. И вот этого. Так, подсолнухи. Ну, я не знаю, на одних подсолнухах, наверное, мы здесь далеко не уйдем. Хотя здесь магии, магии. Слушай, с магиями надо быстренько. Наверное, возьмем так и вот так еще. Слушай, я думаю, может быть, нам взять с тобой... Нет, вот, бонг-чой возьмем. Ты-ты-ты-ты-ты, бонг-чой. Не хватает всего лишь две, ребята, ему, чтобы прокачать его до 4-й ступени. Ну что? Немножко не понимаю, зачем вот это вот сделали. Вот посадим мы сюда, предположим, да? Его же съедят быстро. Причем моментально, я бы так сказал бы. Окей, спасибо. Кто у нас там идет? Ага, мы его угостим лавой-гуавой. Так, ну если враг будет уж совсем близко, да, мы с тобой, наверное, сделаем вот так вот. Ух, как хорошо. О, этот парень нам с тобой пригодится. Ну куда ты ползешь? Ну куда ты ползешь, а, шит? Давай вот так вот сделаем. Оттолкнем их всех. Ах, ты палатку свою поставил там. Гаденыш, а мы ее сожгем сейчас. Не ожидал, да? Не ожидал, я так и понял. Так, что нам нужно? 4000 солнца, не забываем об этом. Поэтому про подсолнухи надо не забывать, друзья мои. Ой-ой-ой-ой-ой, разлом. Здесь разлом, друзья мои, будет. Здесь будет разлом. Так, дай-ка я вот так, наверное, сделаю. Погоди-ка, надо, наверное, вот так вот нам замутить. Все это дело оттолкнем. А почему? Только фасолин, да, может с ним справиться, я так понимаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзья мои, что-то как-то плохо. Придется вот так вот сделать нам. Нет, 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 нет. Блин, все пошло наперекосяк. Абсолютно все. Нам 4000 нужно накопить, да? А я смогу ли? Ха. Так, этих мы с тобой поджарим, магов. Вот таким вот образом. Фасолина спит. Спит. Давай вот так вот применим. И про подсолнухи не забываем, друзья мои. Не забываем про подсолнухи. Вот так, здесь, наверное, 1500 мы уже с тобой насобирали. Этого мало. Блин, вот здесь мы с тобой сейчас доиграемся, по ходу дела. Он не отстает, он идет, 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 идет. И фасолина это... Во, давай так сделаем. Так а что ты его только отталкиваешь? Ты урон бы наносил бы. Зачем ты его просто отталкиваешь? Фасолька. Не спать. Давай туда, наверное, так сделаем. Почему не могу поставить туда вишню, эй? Блин, 2000. Ребята, волна заканчивается. Блин, у меня не хватит. Это последний зомби. Я не успеваю. Фейлимся. Представляешь, мы с тобой сфейлимся. Плохо. Я уже тут пытаюсь всякое сделать. Но этого зомби сейчас уничтожим и все, и труба. Нет, не успел насобирать. Короче, есть другой вариант, друзья мои. Ай, жалко, мы же с тобой фасоль потратили. Ёпарасоте, а как мы теперь без нее будем? Без фасоли и без нашего этого. Давай-ка выйдем на карту. Возьмем с тобой кокосовую пушку. Блин, кокосовая пушка тоже стоит дорого. Кокосовая пушка стоит дорого. Угу. Сколько она там? 300 энергии, да, по-моему? Ну, у нас выбора нету. Так, здесь посадим. Что-то слишком много вот этих вот ромашек у нас тут появляется. Они мне засоряют эфир. Ладно, кокосовая пушка. На ней, конечно, далеко не уедешь, но все-таки. И она дорого стоит. Сам понимаешь, да, делаю выводы. Пока мы ее поставим, пока мы на нее накопим энергию. В общем, я предлагаю здесь убрать. Кого? Кого убрать, кого поставить? Берем кокосовую пушку сразу же. Возьмем с тобой вот так вот. Здесь же у нас еще разлом будет, да? А здесь будет разлом. Лаву-гуаву возьму. И я хотел вот мину. И возьму два подсолнуха, ребят. Этих и вот этих вот.
чтобы мы могли, ну, везде тут порассаживать. Самое главное, нам получить с собой 4000 солнца. А уже потом можно будет переключаться. Точнее, даже не переключаться, а просто их не сажать и все. Камень. Этот орех нам не нужен здесь, может быть. Боулинг. Боулинг вообще нам тут пригодится, я даже не знаю. Возьмем с тобой гипногрипп. И... кого еще бы нам с тобой? И, наверное, возьмем вишневую бомбу. Вот таким отрядом я хочу попробовать. Таким вот отрядом, ребята. Не знаю, что из этого получится, нам надо стараться. Зарабатываем, конечно же, энергию вначале. Так, где у нас там? Вот он. Не успеет, да, наверное, у нас с тобой? Нет, успела. Взрыв, отлично. Так, лаву-гуаву поставим здесь. Не забываем вот про эти подсолнухи. Тоже двойные, они очень нам хорошо дают энергию. Сюда можем влепить гипногрипп. Так, еще один подсолнух. Ай-яй-яй, сейчас съедят подсолнушек мой бедненький, родненький, маленький. Так, этого надо сжечь. Здесь мы сделаем с тобой так. Опять же сюда лаву-гуаву влепим. Так, ага, сгорел. А вот, друзья мои, и разлом. Вот и разлом пошел. Что? Этот истерик тут, да, вышел? Из разлома. Так, давай, наверное, вот сюда бомбу вишневую. Сюда мы поставим с тобой мину. Можно попробовать гипногрипп. Я не знаю, будет ли он срабатывать. Сейчас посмотрим. Так, этот палатку свою тут влепил. Блин, мы его не уничтожили еще к тому же. Кокосовая пушка, поехали. Кокосовая пушка, конечно, все хорошо, все удачно. Мы можем сделать с тобой вот так вот. Блин, а у меня нету. Давай вот этих вот подбомбим. Тут вот так сделаем. Сюда поставим бомбу. Так, я еще под ульту ее сделаю. Окей. Так, ну-ка, как у своей бомбани. Блин, я опять что ли не успеваю? Походу дела, я опять, друзья мои, не успел, да? Совсем чуть-чуть, мне не хватит энергии. Хотя, подожди, почему не успею, ребята? Все, я успею. Вот они, подсолнухи. Есть, а теперь просто уничтожаем этого мага. Отлично. Фух. Шикарно получилось, да, на самом деле? Все в подсолнухах тут засадил своими. Ну, кокосовая пушка, естественно, выручила очень хорошо нас. Так, ну и мы с тобой открываем эту пиньяту. 100 монет, понятно. Ой, это что у нас такое за грибок? Shadow Shroom. То есть какой-то теневой гриб и плюс, типа, кактуса, что ли? Дасклобер. Не знаю, ребят, что это за растения такие. Ну что же, давай еще, наверное, на дорожку с тобой один уровень пройдем. Я надеюсь, нам дадут на тест вот эти вот растения, которые мы с тобой получили. Ой-ой-ой-ой, гаргантюа, это все у нас откуда? С пляжа, ребят, конечно же. Это у нас пляжные монстры. Так, берем вот этого, вот этого. Почему-то этот закрыт. Да, мы его не получили. И что же еще мы не получили с тобой? Какое-то еще же там вроде бы растение было, да? Доступное. Возьмем гипногрипп с тобой. Возьмем вишню. Так, и кого бы нам еще с тобой здесь сделать? Можно взять морковку. Интересно, она мину восстанавливает или нет? Такой вот вопрос у меня. И тут мы, кстати, можем с тобой еще арахис улучшить. Я заметил, он моргает. Арахис. Может быть, бомба все-таки. 475 энергии стоит бомба. Вот эта вот ракета банановая. Какие-то вот они дешевые, я не знаю, неэффективные, может быть. Неохота мне почему-то на них зацикливаться. Тут зомби-танцоры, тут дофига всяких противных зомбарей, которые очень будут сильно вредить мне. Может, бонг-чой взять?
Мину взял, это взял. Может быть, даже мы с тобой... Нет, подожди-ка. Мы с тобой можем сделать, знаешь что? Вместо... Нет, гипногрипп тоже нужен, блин. Я хотел просто, знаешь, что сделать? Поставить... Орех. Ну, я не знаю, давай попробуем так. Фиг с ним. Как говорится, все хочется, но место ограниченное, поэтому приходится. Еще не забывай, что тут разлом будет появляться, наверное. Хотя я заметил, что он не во всех миссиях появляется. Этот разлом. Но у нас нет растений, которые могли бы бомбить под удобрением. Понимаешь, да, о чем я? То есть будет очень сильно напряженно. Так, идет эта зомби-русалка. Вымышленная якобы. А мы с тобой высаживаем пока подсолнухи. Пока тут мина созревает, все дела. Угу. Подсолнухи высадили. Теперь желательно бы, конечно, мне повысаживать боулинг. Ой-ой-ой-ой, эти быстрые. Я надеюсь, тут никакой музыки не будет веселой, чтобы они тут ускорялись. Не хотелось бы. Еще боулинг шар этот поставил не туда, куда надо, если честно. Окей. На-ка, грибочек съешь. И успокойся. Давай, наверное, еще рядок с собой сделаем, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, танцоры, все дела. Они же у нас подталкивают, да, зомбиков? Точно, они подталкивают. Ой! Этот тут еще появился, блин. Слушай, нам с тобой надо, наверное, вот так вот сделать. Куда я поставил? Это было глупо, друзья мои. Так, он сейчас замотает, да? Ну да, он его замотает. Мы с тобой сделаем вот так вот. Опа. Так, этому, наверное, дадим гриб. Пускай в обратную чешет. Нечего ему здесь делать. Сюда могу спокойно поставить Бонг Чой. Он разберется с ними. Так, а здесь можно вот ультануть. Давай. Бамс, бамс, там взрывы такие. Не кислые получаются. А это все подталкивает своих, да? Ну. Взрыв. Отлично. Очень хорошо, так, этот танцор идет. Давай-ка мы, наверное, гипногрипп сюда посадим. Так, секунду, мне бы, знаешь, что... Вот, вот так вот мы сделаем сейчас твой. Хопа, ну, идет, идет шит гороховый. Да, ребята, сейчас его еще подталкивать тут будут. Давай-ка мы сделаем, знаешь, что с тобой? Ничего мы уже с тобой не сделаем здесь. Могу только вот так предложить. Мину. И вот так вот. Все. Да уйди ты отсюда. Угу. Осьминоги. Осьминоги, ребята, пришли. А он будет, интересно, есть гриб? Нет, он, по-моему, не будет его есть. Но мы тогда сделаем вот так вот. Опа. Здесь мы с тобой, наверное, вот так вот. Сейчас он, наверное, его бросит, своего кальмара этого. Давай вот так вот сделаем. Опа, полили. Воу-ху-ху-ху-ху. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, родной. На-ка, грибочек съешь и катись с катертью. Блин, знаешь, что не хватает мне? Вот здесь вот, наверху. О, лава гуавах, может быть, она меня спасет здесь? Хотя это не факт. Угу, угу, подтолкнул. Так, здесь мы взорвали. Так, давай, ешь гриб и катись отсюда. Здесь мы с тобой вот так вот сделаем. Ну, что я могу сказать? Вроде бы пока нормуль. Этого сейчас сзади бомбанем. Так, этот сгорел. Ну, в принципе, и все, ребят. А, нет, 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 этого не добили еще. Хотя вот уже он же и готов. Фух. Справились? Да, друзья мои, мы справились. Не скажу, что было слишком легко, немножко напрягся. Пришлось подсуетиться, ты сам это все видел. Но, тем не менее, мы прошли этот уровень. И получаем с тобой пиньяту. Так, понятно. Shadow Shroom. Когда что-то откручится у нас. Ой, это что такое? Напоминает чем-то... Нет, я уже думал, что это как ночной колпак. Но нет. Какое-то растение скрытное. По идее, они для этой локации должны быть предназначены, но я их не использую, потому что, ну, как-то, не знаю, ребят. Вы можете написать в комментариях, кто, по-вашему... О, это что? Это у нас три в ряд, что ли? Пошло-поехало, да?
Три в ряд. Ну-ка проверим. Ну да. Это мне знакомо до боли. Давай попробуем здесь выиграть. Так, секунду, чего не хватает? Так, сюда, наверное, поставим. Капуста, капуста нам не нужна. Стебелек давай вот так сделаем. Слишком много орехов. Секунду, что-то я замешкался. Кого надо поменять-то? Этот орех меняется или нет? Меняется, да? Так, дальше. Все мельтешит, ничего не могу понять. Так, кого тут можно поменять-то, эй? Сюда, да? Ладно. Тут капусты очень много в ряд. Так, а что мне смысл его двигать? Мне его не надо трогать. Вот сюда стебелек поменяем. Так, здесь вот так сделаем. Капусту сюда поставим. Так, что дальше? Вот так сделаем с тобой рядок. Потом сюда. Капуста. Блин, смотри внимательно. Я потому что... Ага, вот сюда вот можно поменять. Так, стебелек, орех. И что-то я больше пока ничего не вижу, ребят. Ага, вот тут вот комбинация есть, вот здесь. Ага, орехи. Меняем тут. Капуста, капуста, пока мы ее не трогаем. Здесь тоже пока ничего нету. Вот здесь меняем. Так, наверх. Оу, капуста еще и ультует. Это когда 4, да, соединяешь? Понял. Так, дальше как нам быть? Тут, наверное, поменяем. Так, стебелек электрический тоже обновляем. Ух. Так, что дальше? Дальше нам с орехами что-то надо, да, замутить или как? Так, капусту объединяем. Орехи. Здесь у нас вот так, наверное, лучше сделать. Так, а далее это как? Орех соединим, да, и вот так. Горохострел соединяем. Тут снапдрагона. Так, давай ульту. Здесь объединим. Тут сделаем вот так. Так, погоди-ка, что же еще надо делать? Комбинацию не вижу, ребят, потерялся. Блин, что такое-то? Где комбинация-то? Блин, не вижу, хоть ты тресни. Ну, орех тут не потрогаешь. Так, она вообще тут есть, эта комбинация-то? А зачем мне горохострелы сюда поставили? Обновил, называется, да? Еще, по-моему, хуже сделал. Ну, я не вижу, если честно, ничего такого, вот, что можно было... А, вот, вот здесь вот можно. Все, нашел, также здесь. Капусты. Так, стебелек электрический, точнее, камыш. Электрокамыш. Так, мы можем сюда ультануть еще. Эндуриан. Так, объединяем тут. 55, да? Еще много надо. Капусту. Капуста, 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 подожди. Что еще можем сделать? Угу, вот здесь вот капусточку. А здесь электрокамыш. Эндуриан. Вместе с капустой здесь объединяем. Так, огненный горохострел. Ох, ничего себе тут вжаривают у меня цветочки, да? А давай. Я вообще-то хотел эндуриана сюда сдвинуть, но почему-то у меня проскочило там. Капуста. Так, о, эндуриан становится укрепленным. А сюда капусту сдвинем. Электростебелек сюда подвинем. Так, огненный горохострел. Сюда электрокамыш. Капусту. Погоди секунду, чего-то не хватает.
Ага, вот здесь эндуриана. Здесь снапдрагон у нас будет. Секунду. Здесь зомби продвигается, ё-моё. Давай снапдрагона здесь объединим. Плюс стебелек. Вот так сделаем. Так, секунду, вот здесь вот можем тоже вот так вот сделать. Так, погоди-ка, арбузы. Что-нибудь видишь? Вот, я вижу здесь, да, ребята, вот здесь комбинации. Так, с арбузами пока ничего я не вижу полезного для нас. Вот так вот мы можем сделать, да? Они продвигаются, друзья мои. Они продвигаются, они могут сейчас просто нас уничтожить. Ага, вот сюда вот обмениваем. Ставим выше. Остается совсем чуть-чуть. Остается совсем чуть-чуть нам. Куда ты так разогнался-то, эй? Фига он там чесанул. Давай вот так вот сделаем. Угу. Совсем капельку остается. Блин. Я никакой комбинации не вижу. Вообще ничего не... Вот так вот. А, я не могу... Я не могу сюда вниз спустить. Как же быть? Ну, тут действительно никакой комбинации нету. Может быть, вот это что дает? Ага, вот оно как. Все, друзья мои, мы этот уровень с вами прошли. Блин, офигеть. Ну, как-то так. Что мы там с тобой? Скоро-скоро откроют, говорят, новые растения. Но когда они будут, неизвестно. Можно посмотреть, просто мне на карту выйти и глянуть. Кстати, вот этот уровень, да, последний, он разнообразен. Он всякие разные миссии, ребята, видели сейчас? Три в ряд. Ага, грибочек-то вот он где. Отлично. Ну что, друзья, на этой ноте будем закругляться. Кстати, нам всего одного гема не хватает, чтобы нам купить растение. Может быть, посмотрим где-нибудь. Мы можем здесь, но это пурсует Пенни, вряд ли я там осилю. Так, коллекция 40 этих. А что вот это за задание? Так, мы можем сыграть с тобой на арене, кстати, бесплатно, и получим гемы. А если мы получим гемы, мы сможем с тобой купить цветочек. Вот тот, который я хотел, маленький, помнишь? Который уменьшает, точнее, растение. Точнее, зомби уменьшает, ё-моё, вообще заговориться стал. Ну что, давай быстренько с тобой сыграем во фриплей против Куки. Ну давай, Куки, посмотрим, кто кого, кто сильнее, кто мощнее, кто проворнее. О, это кто еще? Ребят, я в первый раз вижу вот такого зомби-бегуна. Ни разу этого не видел. И что нам с тобой делать? Ну, возьмем с тобой, наверное, так. Возьмем боулинг, возьмем лаву-гуаву. Возьмем мину и этот. Хм. Гипногрипп нужен? Да, наверное, возьмем. А, подожди, елки-палки, я же совсем забыл, это же у нас ивент. Это же ивент. Я не... Ну ладно, попробуем вот такими вот растениями сыграть. Мне кажется, это бред полный. А вот это что за цветочек? Объясни-ка мне, пожалуйста. Ого. Как он смотрится люто. Подсолнухи. Конечно, нужно подсолнухи в первую очередь высаживать. И мины. Мины тоже нужно высаживать сюда. Поставим боулинг сюда. Я не знаю, что это за растение, ребята. Ну, смотрится, конечно, устрашающе на самом деле. Везде мины. Так. Так. И еще рядок. Все, ребят, поехали, будем смотреть. Наши мины созрели. Опа-на. Это плохо. Что вот эти вот надгробия тут повылезали. Сейчас посмотрим, что вот эти вот растения делают. Мне самому лично очень интересно узнать. Так. Ох, неплохо, ну смотри. Фига он там бомбит. Не по-детски. Так. Да, куда ты разогнал? На беговой дорожке он бежит. Что он там делает? Что он делает, не могу понять. Псих, успокойся. Что там, бросает что ли? Блин, по-моему, его пора поджарить. Погоди-ка, а что это он не поджаривается, а? А если ультануть? Этих-то поджарим сегодня или нет? Давай так сделаем. И вот так. Что-то я не могу его подбить. Друзья мои, он какой-то неубиваемый. Понимаешь? Он стоит там, машет. И ничего мы ему сделать не можем.
Уничтожили, да неужели? Так, это хорошо, это радует. Так, боулинг. А я хочу посмотреть, что он делает под ультой. Ох. Так, опять этот псих там, да? Опять он тут появился. Так, давай вот так сделаем, наверное, с тобой. Лаву-гуаву выставим сюда. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай-давай, бомбим, бомбим, друзья мои. Что-то дела как-то наши тут не очень хорошо идут. Против этих, что ли, не срабатывает ничего, да? Ой, сместил, гаденыш, а. Попробуем с тобой вот так вот через мину сыграть. Дай мину, там я... Ни шиша он мне не дал. Я вот так вот попробую. Бабах. Ну, этого спалили, да, хорошо. Этого спалили. Я, ребята, уже практически на проигрыше играю. Потому что, ну, сам видишь, враг меня догоняет. Почти в спину мне дышит. Что успеваю, то и делаю, да? Так, ульта. Удобрение. Удобрение, это, конечно, все хорошо. Блин, не то ты делаешь. Не то абсолютно ты делаешь. Зачем ты меня отталкиваешь, а? Давай так попробуем. Вроде бы как получилось. Как вот этот меня бесит. Мы уже проигрываем, друзья мои. У нас с тобой последние секунды, а мы с тобой тут вообще ничего не можем сделать. Давай так попробуем. Так сделаем. Боулинг. Неужели проиграю? Ходу дела, да, я проиграю. Не успел, буквально, ребята, чуть-чуть не хватило мне для этого. Для победы и... Пью. Всего лишь сколько там? Одна корона? Одна корона. Ну, по крайней мере, я сюда шел за гемами, так что посмотрим, заработал я или нет. Или там нужно было именно выиграть. Ну-ка, покажи мне, пожалуйста. Че, не дали мне? Еще нужно сыграть на арене. Вы издеваетесь? Вы это специально, что ли? Так, а я на каком месте вообще нахожусь на арене? Ну-ка, можно глянуть мне? Где? Меня здесь... Меня вообще, что ли, здесь нету? Значит... А что, обнулилось, что ли? Друзья мои, обнулилось, получается. Потому что я был на первом месте. А сейчас вон где нахожусь. Ладно. Ну, по крайней мере, я знаю теперь, какие будут здесь зомби и как, наверное, с ними воевать. В общем, нам нужно... Нам нужно дофига чего здесь, на самом деле. Так, от боулинга я не вижу здесь никакого толку, если честно. Возьмем мину, возьмем с тобой подсолнухи. Так. Защитник. Зачем он мне нужен, да? Так, нам нужен здесь перец халапеньо. Нам понадобится вот эта вот мина. И, наверное, нам понадобится. Так, там маги. Копатели. Против копателей, конечно же, нужно. Слушай, а мы можем банановую бомбу с тобой взять, в принципе. Попробуем. Попробуем. Так, ну, во-первых, подсолнухи, это понятное дело. Возьмем банан и возьмем... А, вот эти вот можно вот повысаживать здесь. Они довольно неплохо бомбят на первых порах. Так что сгодится. Все, поехали. Let's rock. Давай смотреть. Чуть-чуть надгробие тут не в тему. Конечно, лучше надо мин. Больше мин поставить. Давай вот так вот сделаем. И вот так. Слушай, они их вообще разносят в хлам, смотри. Бежит, бежит этот истерик. Он там что-то, по-моему, еще бросает. Как я могу понимать. Что-то бросает. Что-то у него не получается, ни шиша. Подбили, нет? Че он такой лютый-то? Так, копатели. Иди отсюда. Явился мне тут, не запылился.
Что он там орёт? Что он там делает, а? А ну-ка. Давай сюда вот поставим его. Опа-опа-опа. Тут вот, ребята, враг посерьезнее будет. Вверху. Оу-оу-оу, ничего себе тут бумкнуло-то как. Гаргантюа еще пока нету. Да, еще не вышел. Ну-ка, если вот так вот сделаем. Банана, банана, вот тебе и банана. А давай-ка вот так вот, под ультой. Фига себе. Слушай, мне нравится, как банан под ультой бомбит. Хоп-хоп-хоп, такой еще довольный, хоп-хоп-хоп. Так. А вон, друзья мои, и Гаргантюа идет. Слушай, ну вот это вот растение мне очень нравится. Вот серьезно тебе говорю, очень нравится мне это растение. О-о-о. Куда ты пришел, а? Малыш. Тебя сюда не ждали. Они похищают, похищают мою энергию. Не отдам. Давай вишню бомбанем туда. Отлично. Ну, давай вот так вот сделаем. Так. Кто там сжигает? Там где-то маг, друзья мои, который сжигает мои растения. Ага, все, я понял, вот он стоит. Ну, уничтожили. Классно. Так, это у нас толку... Подожди. Поехали ульту. Применим с тобой еще. Еще, давай бомби. Оп-оп-оп, банана. На, этот Гаргантюа что-то вообще оборзел. А что, он бессмертный, что ли? Не пойму. Куда ты прешь, а? Какой-то слишком здоровый, или мне кажется? Не? Может, так нам лучше сделать? Избавиться от него. Ну, здесь, ребята, явная победа. Почти лям набил. А противник мой 70 тысяч. Да-да-да-да-да. Мы получаем с тобой перчатку. Ну, я надеюсь, сейчас-то все. Получим мы с тобой гемы. Или же нет. Два боя надо было сделать. Я сделал два боя. Или там надо было два боя бесплатных обязательно. Нет, квест комплит. Да ладно тебе, конфетки. Серьезно? 92 конфетки. То есть ивент у нас не выполнен. Да, тут нужно, ребята, сделать два боя бесплатных. Так, а вот это что такое? Что это за задание? Я не знаю, ребят. Так, делики, пенни. Так, накопить коллекцию 40 семян, да? А у нас 30. Ладно, тогда мы с тобой, наверное, сделаем это в следующей серии. Накопим 100 гемов и купим... какое растение-то я хотел взять? Давай-ка глянем, оно точно соточку стоит. Так, где оно у нас находится? Давай-ка посмотрим. Ну, тут сразу можно определить. Так, огненный горохострел. Кстати, тоже можно приобрести будет за гемы. Звезда, ну я не знаю, ребята, стоит ли она того, звезда эта. Она бьет, конечно, в 5 разных сторон. Вниз, вверх, там, по бокам. Ну, где... где же этот цветочек, который я говорил? Слушай, я не вижу его. Слушай, может быть он... вот он, друзья мои. Вот его я хочу приобрести. И сколько он вообще стоит по энергии? 50, слушай, ну недорого. 50 солнечной энергии, я думаю, достойно. В общем, накапливаем с тобой 100 гемов. Да, и... погоди-ка, у нас, по-моему, где-то в магазине за просмотр можно получить... ага, вот здесь вот, по-моему, да? Посмотреть видосик за гемы, давай. Ну, и... да, друзья мои, 102 гемчика у нас с тобой есть. Так, тут еще квест какой-то выполнили. Вот, от квест. Видите, надо было посмотреть видосик, да, чтобы получить еще 2 гема. Ну, тогда мы этот процесс с тобой ускорим. Где у нас? А вот этот как раз, как его звать-то? Хурикали. Хурикали, вот он. Ну что, друзья мои, приобретаю я его. Слушай, а он у меня хоть открытым-то будет? Да по идее будет. Просто он не прокачанный, ну и фиг с ним. Вот и все. Ну а на этом, друзья, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.